Меня научила летать с ангелом, но для меня. Сегодня 9 августа, среда. Азовское море между Голубицкой и Пересыпью. Сегодня ситуация совсем другая. Люди купаются. Азовское море на вид стало такое чуть чище, но все равно небольшая муть есть. Но люди купаются, а значит, медуз нету. На берегу новых медуз нету. Берег немного размыло, поднимаются волны, ветер. Не знаю, как получится записать звук. Ветер. Забыл микрофон в другой машине. Погодка, вот какая. Ветерок, правда. Ну ничего, вообще красота чуть-чуть посвежела. Жара немного спала. Прям вообще, ну, водичка тепленькая. Комфортная. Медуз, главное, нету. Гляньте, какая красота. Обалдеть. Видит солнышко, и вот по деревьям можно определить, какой ветер. Ветер такой нормальный. Волны поднимаются. Медузы ушли на дно, наверное, перед штормом типа. Вот как размыло берег. Красивенько все. Ничем не воняет, вообще обалденно. Вот сегодня вообще шикарное Азовское море, чтобы накупаться. И этим люди и занимаются. Я снимаю другую сторону, показываю море. Людей я показал, что купаются. Так что вот такая обстановочка на сегодня. Все отлично. Красота. Так что как-то так, всем пока.